это не доставляет мне радости, друзья. Никакой, поверьте. Потому что это инвалидные места, а эти без... не являются инвалидными. Слышали от сотрудника московского паркинга, эти автомобили не имеют опознавательного значка инвалида и не числятся в реестре. Поэтому эти автомобили эвакуируются и отправляются на штрафстоянку. Больше так машин не ставьте, пожалуйста. Старший я. На, снимай, давай пообщаемся. Нет, надо. Хочет общественное место. Вы можете делать все, что угодно. Да. Ваше право. Подождите, попросить человека перепарковать автомобиль, это незаконное действие? Ну, это ваша обязанность. Это обязанность любого гражданина предотвращать административные, уголовные, любого рода преступления. Сейчас вы ничего не сделали. Уважаемый, отойдите от машины. Толкать меня не надо, в обувь пахнет. Машины, отойдите. Мы просто просим вас перепарковаться. Автобус, отойди, не подходи больше. Не надо ко мне подходить, вы что ко мне подходите? Не толкайтесь. Не толкайтесь, вы подошли ко мне, уперлись в меня. Тихо. Алексей, что значит не толкайтесь, вы подошли, толкнули меня. С вами что-то не так? Я с вами нормально, адекватно разговариваю. Чтобы не подходить. Вы дал полномочия. Какие полномочия? Попросить человека перепортовать полномочия. Вы сейчас заменяете госструктуру? Мы ее не заменяем, мы ей помогаем. А каким образом? А кто? Это гражданский долг. Хорошо. Гражданский долг, вы знаете? Хорошо. Шров пересохом доказывает. А вы уверены, что вы точно знаете правила, что мы нарушаем? Мы повторим рядом стоим. Ну, чего вы взяли? Кто вот вас наградил? Какими наградил? У меня глаза есть. Секундочку. Глаза есть. Это... секундочку. Это по закону правильно. Что, стоит на рядом? Это не второй ряд. Какой? А, нет, секундочку. А каким образом вы можете решать? У вас субъективное мнение, что это не второй ряд или второй ряд? Слово, у меня уже нет сил с вами разговаривать. Нет, секундочку. Ну, может решать только следующий человек, который... Я? Да? Не надо быть следующим, чтобы видеть, что это... Это не второй ряд. А какой это ряд? Это не второй ряд. Нет, ну если не второй, это... Кто? А кто может решать? Второй ряд или нет? Мандат на то, чтобы заниматься этими вещами. Можно? Кто я вам? Дождите, молодой человек. Молодой человек, не надо, давай, они только этого ждут. Чего? Молодой человек. Я не жду от вас ничего, нет, я ждал от вас адекватного ответа. Кто вам дал право? Господь Бог мне дал право. Можете что? Апеллировать? Что? Призывать людей к разуму. Я призываю вас к разуму. Разум? Вы стоите вторым это рядом. Это не второй ряд. Это не а второй ряд. А разум, ваши реалии, ваши реалии, какая это реалия? Второй ряд. А какой это ряд? Ваши личные реалии. Это ваши какой реалии. Какой это ряд? Это ваше субъективное мнение. Давайте вызовем объективно. А я не попробую. Если а вы меня попробуй. Ударите, я буду а ты попробуй. Защищать себя. Можно было сразу так адекватно. Я поспорил с уклоном. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. Покажи паспорт. Куда пойдем? Паспорт покажи. С вами ходить я с мужчинами никуда не хожу. У меня традиционная ориентация. Да, не уверен. Что тогда? Я вас боюсь. Вы впятером меня окружили, ноги мне топчете. Впятером, Карл. Карл, впятером. А это надо, я пройду. Гей. Эй, что это такое было? Он наклейки отнял? Да ты что, кому-то наклейки нужны? Посмотрите, пожалуйста, взрослый мужчина давайте, обокрал. Вызывайте, я не хочу. Вызывайте. Снимайте его, убежал с наклейками. Ты что мусоришь, алло, гарантия? Сейчас подниму. Не могли бы вернуть наклейки, что? Пожалуйста? На каком основании? У меня их нет. У вас их нет? Нет. Ну я только что видел, как вы богаты. Да? Украл. Можете мне вернуть? Если не можете, что делать? Откройте, но если вам не сложно, покажите. Я знаю, что эта машина была в сопровождении с этим автобусом. Мы сняли, как мужчина подходит назад и кладет свои наклейки в багажник. Он открыл багажник и положил наклейки нет, при мне. Можно посмотреть? Нет. Ну просто... Нет. Они там.
Дорогие друзья, объясняю вам. Коллега вот этого человека, но он адекватно себя вел, как его объяснить, помягче говоря, уважаемый человек отобрал наклейки у нашего активиста и, как крыса, я бы сказал, ретировался, оббежал машину и положил их в багажник. Это момент. Не та машина. Или себе он их в одно место засунул, так как он оттуда вышел без наклеек, или он их в машину положил. Отъехать. Если человек не слушает, тогда надо наказывать, потому что проехать нереально. Подберите девушку.